за моей спиной стоит Jeep Wrangler. Это официально самая проходимая машина, которая может пользоваться дорогами общего пользования. И здесь мы изготавливаем с нуля полную выхлопную систему. Давайте подробнее расскажу, из чего она состоит. Вначале у нас идут два универсальных резонатора, новые гнезда под вторые лямбды, и далее вот эти две трубы соединяются в одну. Заканчивается первая часть хомутом. Во второй части выхлопной системы стоит сотый резонатор. Для этой машины мы изготовили двухрежимную банку с вакуумной заслонкой, которая имеет прямоточный режим и, соответственно, тихий режим. И на конце мы изготовили просто трубу, 63-ю нержавейку, поставили и отшлифовали ее. Выглядит очень классно. Стоимость данных работ составила 230 тысяч рублей. По времени мы изготавливали это все около 2 дней. Но, естественно, до этого на производстве мы около 3 дней еще изготавливали элементы под эту машину, а именно банку двухрежимную. Все сварено с поддувом среди аргона. Вашему вниманию сейчас представляем звук выхлопной системы. Посмотрим, насколько есть большая разница между тихим и громким режимом. Кстати, пишите в комментариях об этом. Пишите, как вам вообще такие работы, насколько вам интересно смотреть за этим, наблюдать. Погнали, посмотрим. Прям чувствуется мощь этого аппарата. Привыкни к аппарату, нахуй. Нормально, кстати. Не топи ты!